раньше, как сказать, нас воспитывали, как сын мне говорит, времена другие, как говорится, и дети другие, и даже наши дети другими становятся. Праздники во всех предприятиях были, встречали, дети были рады. А сейчас предприятий фактически нету. Вот елка только стоит, как говорится, на площади. Дети встречали Новый год. Ждали этот праздник, как-то в это самое, ну, я даже не могу сказать, как-то радостные были, а сейчас какие-то безразличные, в эти компьютеры, мобильники, все, только у них мобильники на душе. Судя по возрасту, уже сейчас-то не так, как раньше было. Казалось, веселее было, гирлянд не было, сами делали, паяли. Напаяешь лампочки маленькие, 4 вольтов. Рассчитаешь 220, тогда ничего же не было. Вот и ничего, прекрасно. Но одна сгорит, вся гирлянда, уже все, не отпаяешь. У нас на Новый год даже ничего даже нет, не справляли. Раньше, да? Бедно жили. У нас было детей, и птичек много. Много было, мы не справляли ничего. Насадить-то будет нечего. А елки наряжали, как тут не ставили? Нет, елки не было. Ну а сейчас у вас отношение к празднику какое? Есть какое-то новогоднее? Да, настроение никакого, что такое? Пить не пьем. А какое настроение? Ну, а дети, внуки? А, внуки, да, ребятишки, у меня две дочери и внуки. Ну, а сейчас вот сложнее стало Новый год отметить? Может, затратнее, подарки там всем покупать? Сейчас нет, нормально. Нормально, на макульке я делала по дешевых ребятишкам, внучатам. У меня 3 внука, 2 внука и 1 внучка. Естественно, что сейчас больше затрат. Но в то же время больше то, что мы можем купить, чем-то красивым поздравить, что-то на стол красивое поставить. Поэтому я думаю, что сейчас лучше много. Хотя мы были, конечно, в то время помоложе были, как бы настроение было вот такое вот. Но и сейчас оно и у нас неплохое настроение. У нас нормальное настроение. В то время, конечно, такого изобилия же не было, что могли что-то. Апельсин, естественно, у всех ассоциация. Новый год апельсин. Купит мать килограмм апельсин. И все, и поздравит этим. А сейчас круглый год эти апельсины. Так что, конечно, сопоставлять со старым, конечно, нельзя. Ну, раньше действительно были молодые. Совершенно по-другому чувствовалось. А сейчас, как говорят, молодые говорят, ой, скоро Новый год. А мы говорим, о, уже опять Новый год. А вот искусственные вам елки сейчас нравятся? Мне нравятся. У меня места дома нет, у меня маленькие. Вот вы знаете, вот это, конечно, мое мнение. Это мое мнение. Я бы, например, запретила сейчас рубить все эти елки и красиво сделать искусственные. Каждый день, вот как на нашей площади, собирай, каждый год собирай эту елку, ничего не выбрасывай. Сейчас вот начнем выбрасывать эти елки, все свалки завалим этими елками. Уважаемые жители нашего города, любимого города, мы, вот Совет ветеранов, женсовет, члены, Союз пенсионеров, поздравляем вас всех с наступающим Новым годом. Желаем всем здоровья, самое главное, добра. Ну и чтобы мы были в течение года все добрые друг другу, все желали хорошего настроения, самое главное – здоровья.